Сейчас будет просто отвал башки. Итак, гайд, как переместить славянский NFT другому человеку. Мы, конечно же, выберем милашку из Hellotone. Нажимаем на очевидную кнопку «Отправить другу». Теперь нам нужен адрес этого доброго дружа. Узнаем уникальные буквы с цифрами нашего союзника и вставляем сюда. Дальше нужно подтвердить в хранительнице наших монет транзакцию передачи. Заходим в Танкипер или другой хранитель монет, под которым вы заходили в GetGems. Быстро сканируем наш перст или по старинке пишем код. Обязательно нужна мелочь на кошельке, чтобы отдать дань святому блокчейну. Вот мы и подписали транзакцию, а наше прекрасное NFT за пару секунд отправилось крипто-боярину. Ставь гойду и отправляй видео своему друже, который тоже еще птенец в блокчейн-делах.